Очередная успешная операция областного госнаркоконтроля. В Кировском районе у кемеровчанина изъяли более килограмма марихуаны. Примечательно то, что задержали мужчину прямо на улице средь бела дня. При этом наркотик он нес в простом мешке, но и предположить, что встретит на пути оперативников, он не мог. А зря. Операция заняла несколько секунд. Оказалось, что задержанный никогда не привлекался за распространение или хранение запрещенных веществ. Правда, был судим за драку. Куда и откуда, а главное, с какой целью с таким грузом направлялся наш герой, предстоит выяснить следствию. Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, либо штраф до 500 000. И хоть мы не показали вам этого человека, естественно, в интересах следствия, скажем прямо, он не студент, а достаточно взрослый 48-летний мужчина. Если его перевоспитать уже невозможно, то со студентами кем-типа еще можно бы работать. 170 учащихся вуза сегодня участвовали в профилактической акции «Первокурсник», организованной областным госнаркоконтролем. Сейчас главным бичом среди молодежи считается так называемая синтетика, то есть искусственно созданный наркотик. Госнаркоконтроль уверен, такие мероприятия, как в кем-типе, проводить необходимо. В Новокузнецке пассажир «девятки» открыл стрельбу из машины средь бела дня. Об этом полицейским сообщил водитель джипа, который в тот момент проезжал мимо. Происшествие случилось в Орджоникидзевском районе. Экипаж ГИБДД нашел автомобиль, схожий по ориентировке. В салоне отечественного авто находилось двое мужчин. Какую цель преследовали стрелки, теперь предстоит выяснить следствию. При досмотре транспортного средства в автомобиле под пассажирским сиденьем была обнаружена черная сумка, в которой находился предмет, похожий на пистолет. Была на место вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции Орджоникидзевский, после чего водитель и пассажир для дальнейшего разбирательства были доставлены в отдел полиции. А если вам удалось стать свидетелем стрельбы или иного происшествия, звоните журналистам телеканала «Мой город». Телефон горячей линии 8 933 300-0300. Мы расскажем об этом в эфире. Белый цербер объявился на улице в центре Кемерово. Подробности пришествия чудовища во второй части выпуска. Вот что еще вы увидите. Диагноз за 5 минут. Студенты-медики рассказали секреты здоровья. Голливудская развязка в российском волейболе. Волейболисты Кузбасса вырвали победу в борьбе за выход в финал 6. Сегодня на Томи топтали тряпки. Именно так два известных в Кузбассе пловца «Аквайс» – кемеровчанка Алина Цыпленкова и новосибирец Виталий Панасюк – назвали свою политическую акцию в поддержку жителей Донбасса. По планам спортсменов, сегодня они должны были перед почти километровым заплывом по бурлящей от половодья Томи сжечь флаг правого сектора. Однако все пошло не так. По закону, общественным мероприятием эту акцию в поддержку борьбы Донбасса против фашистствующего правого сектора не назвать. Участников всего двое, а жечь ткань собирались стоя в воде на ничьей территории. Однако на нее пришли полицейские. Охранять общественный порядок. И в их присутствии спортсмены отжигать не стали, зато потоптались. Мне надо будет разуться на чем-то и переодеться. Бандеровский флаг, он не является флагом как таковым, это просто, он же неофициальный, то есть. С учетом того, какие зверства, ужасы творили бандеровцы во время войны, это всем известно. Впрочем, в остальном у спортсменов все прошло по плану. И удачно заплыли и выплыли. Только погода чуть подвела, замерзли. Плыли мы около 20 минут. Было тяжеловато, потому что течение все-таки сильное, волны были. Вышли раньше, но там был хороший берег. Мы хорошо поднялись и мимо частного сектора прошли сюда. Завтра похожая акция должна пройти в Новосибирске. Только на этот раз спортсмены все-таки обещали устроить сюрприз. Лариса Кольцова, Екатерина Бухтиярова, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Что хозяину радость, то собаке мучение. Сегодня у входа на телеканал «Мой город» обнаружили привязанную собаку, а рядом с ней пакет с мясом. После того, как животное просидело на привязи 6 часов, нам стало жаль собаку, и мы решили поискать хозяина. Он нашелся на удивление быстро. Оказалось, что мужчина зашел в здание поиграть в бильярд. Он пояснил, что это не просто собака, а загадочный белый цербер, который выполнял на крыльце моего города особую миссию. А зачем вы его так долго держали? Одну на привязи. Будущие медики рассказали студентам вузов о здоровом образе жизни. Благотворительный фонд «Счастье детям» вместе с Кемеровской медакадемией провели ярмарку здоровья. Не остался в стороне и наш корреспондент Антон Лимонов. И подметающими движениями от десны зубы начинаем чистить зубной ряд.
Сначала с одной стороны, то есть с внешней, и затем с внутренней. Точно такими же подметающими движениями. Студент педакадемии Владимир Рудко показывает, как правильно чистить зубы. Он еще только учится на стоматолога, но уже заметил, что многие пациенты не знают элементарных правил ухода за зубами. Поэтому сегодня он наглядно показывает и рассказывает, на что следует обращать внимание. Особое внимание нужно уделять в первую очередь межзубным промежуткам, потому что там плохое самоочищение. Вообще сами по себе они способствуют прикреплению микроорганизмов, и там часто возникает кариес, который не виден человеку при чистке зубов, и вообще даже стоматологи часто ошибаются при диагностике. Напротив стенда стоматологов – фитобар. Студенты сами собирали травы, чтобы сегодня напоить гостей лечебным чаем. А вот стоматологи выменивают зубную пасту на стакан полезного напитка. Благо, посетителям на такие хитрости идти не придется. Чаем напоят бесплатно. Вот и Ольга, студентка сельскохозяйственного института, заинтересовалась рассказами о полезных травах. Она сама учится на биолога и следит за своим здоровьем, занимается спортом и каждый день делает зарядку. Это не напряжно, если ты осознаешь для себя, что это полезно, и когда ты уже привыкаешь каждый день это делать, что это уже в привычку просто входит и все. Ярмарку здоровья решили организовать сами студенты медакадемии, поэтому и обратились в фонд «Счастье детям» с просьбой помочь. Одна из целей фонда – пропаганда здорового образа жизни, а будущие педиатры, входящие в благотворительный отряд «Вместе», продумали и композицию ярмарки, чтобы максимально понятно рассказать студентам других вузов основы здорового образа жизни и привлечь волонтеров в фонд «Счастье детям». Современная молодежь, она очень активно начала, так можно сказать, очень активно включается в всевозможные волонтерские движения, сами очень активно проявляются, то есть они могут спокойно помочь любым, я думаю, людям. Ну, в данном случае, как мы, как будущие врачи, это наша самая главная задача, и мы в первую очередь помогаем. На ярмарке студенты-медики замеряют основные жизненные показатели и делают вывод, нужно ли вам обратиться к врачу. Кстати, особо любопытные могут взять в руки пинцет и попробовать себя в роли хирурга. Один из организаторов, декан педиатрического факультета Галина Тарочкина, считает, что тема здоровья животрепещущая, и ее нужно поднимать. Мы готовили несколько недель, может быть. И вообще надо сказать, что здоровье – это самое главное у человека. Что здоровье – это богатство души, это богатство физическое, что пока человек здоров, он этого не замечает. Фонд «Счастье детям» пригласил на ярмарку студентов Кемтипа и сельскохозяйственного института, среди которых есть и волонтеры фонда. Для них провели несколько лекций о вреде курения, здоровом образе жизни, а закончилась ярмарка концертом. Многие студенты заполнили анкеты волонтеров фонда «Счастье детям». Сейчас фонд занимается сбором средств на лечение Влада Василевича, которого сбил водитель такси. Для спасения мальчика нужно почти 4 миллиона рублей. Подробности на сайте счастьедетям.рф. Антон Лимонов, Роман Абдрахманов. Новости моего города. О спорте. Волейбольный Кузбасс вошел в секстет лучших клубов России. В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф кемеровчане в гостях обыграли краснодарское «Динамо». Противостояние проходило по голливудскому сценарию. Две первых партии остались за «Динамовцами», но Кузбасс остановил гостей в шаге от победы. Подопечные Дениса Матусевича выиграли 3 сета подряд и оформили путевку в финал 6, который пройдет в Екатеринбурге. Борьбу за медали кемеровчане начнут уже в субботу. 26 апреля Сергей Макаров и компания сыграют против действующего чемпиона страны Белогорья. К этому часу новости все. Смотрите наши выпуски каждый будний день в 16:00 и 21:00. А мы, Петр и Ксения Кривко, с вами прощаемся. До встречи на телеканале «Мой город». Партнер программы – холдинговая компания «Кузнецкий Альянс». «Кузнецкий Альянс» – это всегда качественная спецодежда, строительные и отделочные материалы, противопожарное оборудование. «Кузнецкий Альянс» – гарантия низких цен.